Сегодня прошел первый день Совета улемов Дум РФ. Обсуждалась фетва кэшбэк. Совет улемов обсуждает самые, что ни на есть, важные и актуальные темы и обсуждает их со всех сторон, не только с точки зрения Корана и Сунны, с точки зрения повседневной практики и вообще, что к чему происходит. Просвещенность и российского народа, и русскоговорящих, я думаю, каноническая просвещенность с каждым заседанием Совета улемов Дум РФ растет, развивается и движется вперед. На очередном заседании Совета улемов была затронута очень важная тема, связанная с кэшбэком. И сегодняшнее заседание показало то, что тема очень обширна, очень объемна, и она несет в себе много подтем. И я думаю, что на следующем заседании мы уже выдадим некое заключение, какие формы кэшбэка допустимы, а какие формы кэшбэка недопустимы. И как раз-таки тема взаимодействия с банками, тема взаимодействия с пластиковыми картами, эта тема актуальна, она на слуху и требует некого подробного разбора с точки зрения ислама, с точки зрения шариата. Следует отметить, что с каждым разом, каждое заседание отличается от предыдущего, поскольку уровень растет, можно сказать, очень быстрыми темпами. Исследование, которое мы рассматривали сегодня по кэшбэку, исследователь заранее это подготовил, и уже были рецензии, то есть известных людей, таких как Леонид Рудольфович Сюкьянин. Не было приятно принять участие в этом заседании, и я его оцениваю весьма позитивно и надеюсь, что Совет улемов будет активно продолжать свою деятельность, уделяя внимание все более широкому кругу проблем. Надеюсь, что работа в этом отношении будет продолжаться, и общий итог этого заседания, по-моему, очень позитивен. Совет улемов не боится браться за сложные проблемы, вызывающие различные точки зрения. Это хорошо.